Результаты генетического анализа не являются официальными и не имеют юридической силы. Повторные исследования в течение недели проводятся в 10%.
вступать в контакт с роботом. Повторяю, категорически запрещается вступать в какой-либо контакт с роботизированным персоналом комплекса. Слушай меня сюда, безмозглая псина. Да, майор, это запись для тебя. Я слышу, как ты шумишь и грохочешь на складе. Живым ты меня все равно не возьмешь, так что слушай. Ты даже не знаешь, что тут происходит. Ну и кто теперь безмозглый? Судя по биометрике, перед нами Петров. Петров. Ебучие пироги. Сука. Правда, Петров. Как чувствовал, что этим закончится. Волшебник, я П-3, прием. Волшебник на связи. Ты нашел Петрова, сынок? Я нашел его труп. Тело обезглавлено. Петров! Я знаю, что ты здесь. Бежать некуда. У тебя 10 секунд, чтобы сдаться.
Неблагоприятные условия внутрь. Микроклиматы вегетативного генератора. Генерация электроэнергии невозможна. Чтобы запитать главные ворота, энергии свеч оказалось недостаточно. Но их установка активировала механизм подачи спецполимера в систему жизнеобеспечения «Березы». Система жизнеобеспечения имеет 4 основных направления. Поддержание оптимальной температуры, борьба с насекомыми. Короче, 4 тумбы, 4 колбы. Майор, оружие и... Откуда взялись такие монстры? Это трупы погибших солдат, зараженные ростками побега. Но это не точно. Не точно? Серьезно? Это мое личное предположение. Раньше такого никогда не случалось. Охренеть. Как это произошло? Полагаю, после устроенного Петром сбоя побеги мутировали по неизвестным причинам.
слышал, что они там в проращивании вырастили. Да говорят, то ли венерина мухоловка, то ли борщевик огромный. Я так и не понял ничего. А никто не понял. Мелкий галактический сбой стало не растение, а чуть ли не хищная тварь. Они там из-за этого притащили целую цистерну ПА-400. Нет бы сразу зарубить на корню. Доиграются они там. Доиграются. Да, главное опрыскивать вовремя. Пироги. Дичи тут становится еще больше. Сколько же вас? Толпой прям, в очередь, сукины дети.
послушайте, можете добить меня, пожалуйста? Да что такое? Может, медиков подождешь, а? Каких медиков? Всему предприятию, извините. С чего ты взял, что всему уже кирдык? Если бы это было так в Вавилове, то здесь бы уже были специалисты из других комплексов. Это теперь везде. Вывод очевиден. Может, можно как-то поднять это? Погоди. Со мной трое бежали. Уже пытались, да не смогли. Робот бы мог поднять. Ты их ведь теперь не попросишь. Ладно, дай подумать. Вы только там не раздумывайте долго. Мне больно. Очень. Эй, послушайте, можете добить меня, пожалуйста? Жихов взбесилась, час от часу не легче. Обычно это безобидный биолого-геодезический робот. Особенно сейчас. Чем она нас может атаковать, кроме столкновения? Затрудняюсь ответить. К ТТХ этой модели у меня нет доступа. Лишь бы у нее к нам доступа не оказалось. Выражаю полное согласие с вашей позицией. Ладно, пошли искать колбу. Хоть двери в цех теперь искать не придется. Можно сразу через окно пролезть. Авторизация. Мою... Специалистов, если они лучше вас.
где она может быть, эта колба? Установка выдышки. Какой счет? Кто забил? Установка выдышки. Какой счет? Кто Установка выдачи люминесцентного полимера размещена на одной из этих лодок. Поищем. Черт, здесь нет колб. Наверняка ее можно найти где-нибудь поблизости. Установку нашли. Теперь ищем сраную колбу. Значит так, товарищи. Надо что-то придумать со спорами грибов в проращивании. Нас тут опять прислали робота, говорят, барахлит. Мы вскрыли корпус, а он внутри сплошной гриб. Мицелий все полости забил. Ну что такое? Что там такого в полимерной среде роботов грибам нравится? Такими темпами скоро вместо роболаборантов у вас будут гриболаборанты. Вы же... Вы? Вот и придумайте что-нибудь. Какая колба подойдет? Судя по форме и диаметру, да. Колба присоединена. Запущен процесс синтеза люминесцентного полимера. До заполнения осталось 35 дней. 35? Отлично. Я тогда позже зайду. Процесс синтеза можно ускорить. Это радует. Как именно? Гигантские миксеры, осуществляющие перевирку. Я его куда ставить-то, а он мне... Да погоди ты. Гигантские миксеры, осуществляющие перемешивание исходного полимера в резервуарах, насыщают вещество анаэробными бактериями. Этот процесс происходит с заданной скоростью. Если скорость возрастет, процесс ускорится? Где пульт управления? Его нет. В нормальных условиях скорость процесса не варьируется.
Но удар шока спал. Ага, вот. Вы знали, что здесь имеется технический фуникулер? Ну, я как бы подозревал, что здесь имеется способ как-то обслуживать подвешенное под потолком оборудование. Надо быть осторожнее. Падать придется далеко. Можно ушибиться. Ушибиться? А вы оптимист. Работа такая. Заполнение осталось 20 дней. О, сработало. Как красиво бассейн засветился. Обращаю ваше внимание. Нештатное воздействие на оборудование вызвало срабатывание ремонтного алгоритма. Фуникулерная хрень может двигаться быстрее. Никто не предполагал подобного. Это был риторизм. Может двигаться быстрее. Никто не предполагал подобного. Это был риторизм. Это был риторизм.
нуклеарная хрень не может двигаться быстрее. Никто не предполагал подобного. Это был риторик. Осталось ускорить последний электромотор. Осталось Астру. Без патронов для большего комфорта. Приятные глазу иллюминации и милые сердцу пчелки. Романтика. Идите, уши готовы.
Товарищ майор, тебе есть что сказать по делу? Разве я в чем-то виноват перед вами? Почему вы срываете на мне зло? Извини, твоей вины нет, я на себя злюсь. Из-за чего? Не вы убили Петрова, его убило его же оружие, агрессивно настроенный робот. Неважно, я должен был взять его живым, а не взял. Более того, Сеченов мне жизнь спас. Он мне вместо отца, сколько себя помню. А я его подвел. А сколько вы себя помните, товарищ майор? Ну, года два, может, чуть больше. После крайнего ранения я вообще мало что помню. Но я и до ранения его знал. Он мне вместо отца. Я в этом абсолютно уверен. Не спорю. Но нельзя же злиться на себя за то, в чем нет твоей вины. Конечно, есть. Я подвел Дмитрия Сергеевича в трудную минуту, когда он на меня рассчитывал. Теперь мне хреново от того, что он мною недоволен. Ну, как раз за это можно было бы не переживать. Это обычная ситуация. В смысле? В прямом. Академик Сеченов вечно всем недоволен. Ему не угодишь, как ни старайся. Его перфекционизм общеизвестен. Окружающие его разочаровывают. Да ну, это полная херня. Нейрополимерные перчатки не умеют обманывать, не так ли? Ну, да. Храс, я в термоцехе часом не кремируюсь нафиг? Нет. Внутри лабораторных стендов термоцеха происходят технологические процессы, требующие повышенных температур. Но в помещениях самого цеха температура вполне комфортная. Как тебе наша березка, милый? Это которая в здоровенной стеклянной колбе? И что с ней? Она, как я, ждет своего героя, который растопит сковавшую ее стужу. Все, достаточно. Хватит с меня одной свихнувшейся машины. Я знала, что ты верен только мне, милый. Сними перчатку, и мы навсегда будем вместе. Угу, хрен тебе, не дождешься. Что там с березой? Ничего особенного, милый. Тебе придется ее отогреть, но не обращай на нее внимания. Она бессловесное дерево, совсем не такая, как я. Твою мать, почему ты не береза? Потому что без меня тебе было бы здесь одиноко. Да неужели? Thank you.
Сохранение данных. Засияло деревце. Красиво излучает. Глаза радуются. Началась подготовительная фаза генерации электроэнергии. Для прохождения внеплановой диспансеризации. Повторяю. Внимание сотрудников, имеющих контакты с теплокровными экспериментальными образцами. Немедленно обратитесь в медцентр для прохождения внеплановой диспансеризации. Вот же срань! Больно! Это ты называешь вполне комфортной температурой? Похоже, внутри цеха установилась критически высокая температура. Да неужели? Вероятно, термонагреватели из-за сбоя пошли в разнос. Пока они кипят, цех будет заполнен раскаленным воздухом. Ясно. Где-то должна быть бойлерная. Такие заросли, словно тут лет 10 никого не было. Может быть, это сбой в системе гравитационной модуляции или излишняя подача полимерных удобрений. Рост стал неуправляем и избыточен. Сохранение данных.